Весь вечер спускался с горы Арарат, мою колыбель покачал. Добрый день! Христос воскрес! Воистину воскрес! Со светлым праздником нас всех! Я вспоминаю, как сегодня было. Фома, который в дальнейшем стал святым. Это неверующий Фома, да? Ну, так называют, да. Но он святой, в принципе. Ну, сейчас, да. Он снял вложенный в раны Христа палец. Да. И резолюцию поставил, мы ему лист поднесли. Он в левом верхнем углу написал: «Воистину воскрес». Итак, научная мысль фактически признала. Что это такое, Анет? Непонятно. Это картонная коробка. А зачем она здесь? Не знаю. Действительно, для чего она тут? Ты свечки не должна поставить? Да. Ну, покупать не надо. Иерусалимские свечи. Ну, пошли, ты будешь зажигать. А мы как я раз буду пойдем снимать. Снова поприветствуем Христа и Святую Богоматерь. Да. Вчера как раз Маша цитировала эти строки Севака. Да. Ну-ка, давай к церкви подойдем, к входу, а потом... Ага, обойдем. Туда пойдем. Здесь было какое-то мероприятие, да, вроде, Анет, в музее Нансена? Да, посвящено столетию Шарля Азнаура. Это нам написал... Но здесь, да? Да. В музее Нансена? Да. Но он написал нам поздно. Фактически вечером того дня, когда прошло мероприятие. А тут вот, видишь? Служба. Но все-таки маленькая церковь имеет свои, нет, какие-то преимущества? Да. Как-то сравнительно тихо. И уютно. Ладно, пока здесь, давай ты зажги, Анеджин. Потом подойдем. Смотри, сколько людей. Вот здесь, вот девушки. Девочка маленькая подошла. Ладно, сюда вместе с Анаидой подойдем. Угу, примостилась. Приятно, что детвора рядом, нет? У нас сегодня программа. Еще в сторону кино Москвы хотим поехать. А в 6 часов уже должны быть у наших дома всей семьей.
три звоночка. Ну вот, ты любишь эти фигуры здесь стоящие. И эти стихи, строки из стиха, порывистые воды, очень люблю. Эти руки, материнские руки. Ты что, с Сайлака будешь переводить сейчас? Да. Давай на армянском прости, на этом закончим, Ануэт. Нет. Ну, давай переводим. Эти руки, материнские руки, и старые, и новые руки. Чего только они не делали, эти руки. И танцевали во время свадьбы эти руки. Как они танцевали, эти руки. Да. Ну, пошли. В киномоскву. Проспект Гая. Вохчунь. 31 марта. Видишь, как марту повезло? Пасха попала на март месяц. Он вчера, правда, бушевал очень сильно, а сегодня успокоился. Да. И Арарату дорогу уступили. Смотрел на нас. Который час? О, без 25. Анет, как мы успеем, я не представляю. Ну, если долго не будем снимать, ох, минут 20 успеем. Сегодня где-то градусов 18. Рекордно теплый день. Хоть и не очень солнечный. Да, солнце так заходит, выходит. И вот в такой светлый день мне хочется поздравить всех, кто родился в этот день. И особенно Сусанну Макартычевну. Светла она человек, раз в такой светлый день родилась. Приятно. Поздравляю. По Обувян доехали до церкви Святой Анны. И тут, конечно, полно народу. Да. Угол Обувян и Саятного. Торгующие ушли, да, вроде? Вчера вот раздавали этот святой огонь. Продавали или раздавали? Нет, скорее продавали. Нет, все. Продавали? Кого раздавали? Вообще, по идее, этот огонь надо раздавать бесплатно. Нет, ну, покупаешь или сам делаешь, неважно, потом церковь освещает. Ну, оттуда огонь берется, да? Улица Туманян. Да, пересекаем улицу Туманян. И дальше по Обувян подъехали к кинотеатру. Волнуешься, Москва. Вот здесь нельзя стоянка. А во двор не можем въехать? Ну, давай попробуем. Русский театр, билетная касса. А это я стою здесь. Что? Я здесь стою, я тоже думаю, кто это стоит. Вышли на Обувян. Оттуда мы приехали. А как тепло здесь, Армен? Да, здесь градусов
21-22, по-моему. Может быть, знаешь. Посмотрим, что это для детей делали. Строили, строили и наконец достроили. Да, стоило строить. Смотри, это кто такие, хомячки? Да, как они прижались друг к другу. Здесь кролик. А здесь кролик. А там кто? Да не вижу, надо камеру поменять. Тоже кролики, вон ушки торчат. Да. Я из окна там кто-то выглядывал. Ай! Ужас. Исследование зашкаливает. Она что, поранила его? Нет, она попыталась, но родители вовремя остановили. Она ногой хотела посмотреть. Пощупать. Пощупать игрушку. Посмотри, как он бежит. Прыгает. Я помню, все время вспоминаю. Как... А ты чувствуешь? Что? Запах стойла. Да. Армен был маленький, где-то 3 годика. Он подошел, я на диване сидел. Да. Он с такой радостью какой-то игрушкой так стукнул меня по голове. И с любопытством смотрит. Я понял, что он это знает, не, что не ломать... Садизма, а это просто... Да. Испытывает. Да, он знал, что ломаешь игрушку, смотришь, что там внутри, и решил посмотреть, что внутри головы. Здесь яйца, смотри. Это что такое установили? Яйца, Анайджин. Такие яйца. Ну, сейчас будешь придираться к яйцам. А, посмотри, их раскрашивают. Да. Свободные художники. Помнишь, у Заргаряна какая коллекция была огромная? Да. Раскрашенных яиц. По-моему, первым Сарян раскрасил ему. Да, самое первое. И подарил ему, я помню это. Привет, Арменджан. Бухчуй. Бунцик. Лавенг, Анджатен. Бунцик. Фактически не каждый может рисовать. Вас специально пригласили? Да. То есть все здесь, кто рисует, они специально приглашенные? Да. Это космос? Ну, если вы уже закончите, пока мы здесь, мы покажем. И вот ваше имя там внизу, Люсине. Ага, вы заранее уже поставили, да, туда? О, посмотри форму определенную приобретать. Да, ну трафарет. Да. А потом трафарет закрасите или белым останется некоторые эта часть? Буду закрасить, а некоторые я буду закрашивать. Смотря по вдохновению. Как получится. Но мы еще подойдем. Это такое полотно, да, у вас будет? Потом закрасите или так будет, нет, черно-белое? Видишь, какие фантазии, лети отсюда. Вот я об этом думал. Ну, красиво очень. Да. Да, какой-то цвет нужен, наверное.
Ну, подожди. Посмотрим все, Ханайт, не волнуйся. Вот, что может быть приятнее творческого человека? Спасибо. Сейчас я бы, знаешь, приблизительно сравнила с Дали, с его яйцами около его музея, помнишь? А, яйца, да, у него? Фигерасы. Да, действительно. Вот такой взрыв, да, сверху вниз. Процесс иначе. Сползают, да? Не знаю, но очень красиво. Да. Да, не соревнования, просто. И вам это нравится, я понял. Что не соревнования. А вот девушка еще не определилась. У нас время ограничено. Там уже готовы экспонаты. Ну, начало самое интересное. Ну, вот там он, посмотри. Как здорово придумали, молодцы. А здесь, смотри, она ведь... И там художник. Чудесно. Молодцы. Видите, как спокойно сидят, да. Наблюдают. Давай я их сниму на секунду. А эта девушка, смотри, она это рельефное что-то сделала. Как она сделала? Парень? Да. Ну-ка подойдем. Да, вот видишь. Сегодня русская, к сожалению. Не к сожалению. Чудесно. Вы сразу отличились от всех. Как всегда. Ничего специального для этого не делал. Просто был самим собой. Так уж я создан. Жаль, у нас времени нет досмотреть. А сколько будет стоять это яйцо здесь? Нет, яйцо сегодня уберут вечером. Просто до вечера нужно его закончить. Да. А уберут, куда уберут? Не знаю, честно говоря. Наверное, стоило бы, нет? Какой-то. Ну, в галерею хотя бы на неделю, чтобы народ законченное видел. Одно интереснее другого. Спасибо. Фантазия неисчерпаема. А вот посмотри, какой красивый. Жаль, что мы окончательно не увидим. Но все-таки было бы правильно, нет? Что? Какой-нибудь галереи выставить. Ну, хотя бы на неделю. Да. Здорово. Вы бы испачкались. Да, я специально. У меня сегодня специально? Наконец все буду пачкать.
Это красота, это не испачкание. Художественная пачка. Ну, обидно, да? Вечером соберут и все? Нет, они эти яйца будут превращать в NFT и продавать. Это такие штуки. NFT будут превращать эти яйца? Все? Или выберут они? Ну, нет, все, кажется, все. Все? И продавать потом. Но... А Нур не знал, он не знал, что будут делать. Вам так сказали, да? Да? А NFT это... На, то, что, да, на, эти... на Парунян? Да, там, да, там будут выставляться? Ну, не знаю насчет выставлять. Может быть, они но... А, онлайн, да? Онлайн, да. Они... Скучно. Они все это организовали. Нет, интересно, среди людей. А вы там были, да? Эти да, Бадаляны, да, вроде, братья? Может, НФСиевские. Да. Удачи вам. Спасибо. До свидания. А я вам могу свою помощь. Пожалуйста. Нам очень понравилось. Это ваша визитка или? Сзади там. Ага. Да, вот. Ссылка на Инстаграм. Подождите, я вверх ногами поставила. Карине Дулян. Ну вот мы... А вы? А мы Армен Вартанян и Анаит Бубушян. Ереван Everyday называется в Ютубе. Лет 10 уже снимаем каждый день. Вот так все, что не попадается, снимаем. Ереван Everyday? Да. Меня сняли? Ну так получилось. Удачи вам, Карина Джон. Да, и девушка с волосами здесь. А вот интересная работа. Автор отсутствует. Автор вон там. Ну, нетрудно угадать. Соответствует, да. Я вас узнал, маска. И что это олицетворяет? Это что мой Серафим. Серафим, мой ангел-хранитель. Я да? Вот так чувствую, что он мой ангел-хранитель. И я очень много раз видела его во сне. А правда, что он шестикрылый? Да. Да? То есть Пушкин не обманывал? Не обманывает. Вы подтверждаете. Да. Ну, я видела во сне, поэтому подтверждаю. Да. И как символ, я вот думаю, что очень символизирует к теме. Соответствует нашему, нашей действительности, хочу, чтобы, да? В Армении был мир, поэтому вот так нарисовала. Чтобы он охранял и нас. Охранял и нас, да. Не только меня, и вас всем тоже. А вы из России? Из России вы приехали? Нет, я из Армении. Вы здесь родились? Ой, да, какая вы интересная. Да, я из города Ичмедина. Очень интересно. Святой земля. Ну, удачи вам. Вы профессионалка, я понял. Да, да? Я закончила художественную академию в Ереване. Ага. Ну, удачи вам. Спасибо. Удачи. Майян. У нее сайт на Фейсбуке, вы сказали. Майян. Майян. Да, ага. Майян. Вместе пишется? Нет, по отдельности. Май и Ян. Вы можете найти. Да. Да, Май Ян. Да. Она ваша подруга или моя сестра? Моя сестра, младшая. Что вы говорите? Да. А это фактически племянница художницы. Марьян вообще талантливый человек. Да? Она рисует... А, Ани, не Марьян. Как, вы тоже рисуете? Она рисует, да, но... я художник и маляр. На эмали, да? Да, ага. Да, по эмали. Да. А на курсах эмали вы восстанавливаете?
мы сами делаем. Вы создаете, а у меня есть кольцо китайское. Да, это уже профессиональный разговор, я выключу. Я где показывала, все отказывались. Я могу наш телефон дать? Да, дайте. Будьте HM1, заходите, у нас там мастерская. Она и злоупотребляет служебным положением. Нет визитки? Карточки сейчас у меня с собой нет, к сожалению. Давайте вы мне позвоните. Телефонами будут обмениваться мастер, ну, мастер высокого класса, конечно, это не ремесленница была. Вот смотрите, какое самозабвение. А может, мы вернемся потом поздно вечером? Тут, наверное, все будет освещено, и концерт еще будет. Даже если вернемся, я ничего не сниму уже, Анет. А можно на завтра снять? Посмотрим. Ну все, пошли. Нам уже звонки поступают с угрозой. Она и хватит. Тебе же по телефону угрожали расплатой. Очень жаль, но мы спешим. Ох, чурин! Кучари брать, чурин? Да, да. Да. Айо. Вы, как всегда, от всех отличились. У вас не яйцо, да? Или надломанное яйцо. Лавинг, жаль, мы очень спешим, не можем. Уже звонят, угрожают нам. А на это идем, я боюсь расплаты. Концерт начался там, но семья важнее. Улица Хин Ереванцы. Северный проспект и Потырян. Едем в сторону монумента. Улица Туманин. Перекресток. Мы на Тырян. Улица Тырян. Тырян продолжается. Поприветствуем всех наших, которые жили на улице Тырян. Да. Гакжан, я увидел на WhatsApp, но не успел открыть. Да? Отвечу, они конечно, нас поздравили. Тебе. Света тоже мне на мессенджер послала, но мы сегодня были так заняты, что никто из нас не успел ответить. Да. Свернем на Москву-Вян. Да тут как пустынно, смотри. Да. И перекресток с улицей Абуян. И снова улица Абуян. Проспект Азатутян и перекресток с улицей Бабаян. Ой-ой. Какое приятно свободное движение. Да. Вот если бы каждый день так было.
Видишь, Анет, весь народ уже в домах сидят, отмечают, а мы еще не доехали. Ничего, скоро и мы будем. Вот закончился чудесный праздник. Мы провели. Давайте я отдам камеру профессионалу, он снимет наше прощание. Профессионал в студию. До свидания. Всего вам доброго. Доброй, радостной, счастливой недели. И мирной, а еще и здоровой. Будьте всегда здоровы. И мирное небо над головой. До следующего воскресенья.